Привет. Товар какой-нибудь нужен? Привет, брат. Заказ выполнен. Забирай товар. Ну, привет. Ну, чтоб руки не дрожали. Это чтоб работа спорилась.
Если бы всегда такая пробка была. Если прикинуть. Так, точно. Три Thank you.
Как говорится, добро пожаловать. Месяц назад ни за что не поверил. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Стоп! Ну, за общее дело. Там вон. Ты наливай. Ну, типа, привет. Yeah.
Значит, типа вот чего. Заходит как-то братан в бар на Скадовске и говорит бороде: слышь, браток, бухла мне плесни. А борода ему: бокал пива или рюмку водки? Ёп, конечно, бокал водки. Ёлки, заколебало уже тут париться. Ни подогрева толкового, ни хрена. Кончай уже, Риктор. Здравствуй, Стас. Ну надо же, вчера Припять видел. Ну, привет! Все, пришли. Это станция Янов. Единственное безопасное место в окрестностях Юпитера. Здесь тебя и оставляю. Буду нужен? Ищи возле бара. Так ты здесь впервой? Хм. Я вот тоже недавно пришел. Азот меня зовут, будем знакомы. Я в технике разной копаюсь. Что хочешь, отремонтирую. Правда, с инструментами у меня пока туговато. Так если что под руку подвернется, тащи сюда сразу. А понадобится техническая помощь, так буду рад тебя видеть на нашей, на Долговской половине. Привет, брат! Здравствуй! Так и быть. Расскажу, как надо контролёром валить. Нахоботил я-то недавно кучку артефактов. Ну и решил их скинуть, позвонки расслабить. На обратном пути подхожу к нычке. А там... ёшкин кот! Контролёр тусит! И сваливать не собирается. Вот морока на ровном месте. Контролёр не контролёр, а хабар-то забрать надо. И сразу как-то прозреваю. Если, думаю, закроюсь какой-нибудь железной байдой, на все эти его понты мне станет насрать. Ну и знать, что делаю. Беру решетку металлическую, что рядом валялась, и ей так, значит, закрываясь, потихоньку бреду. И вот пока у меня выпас, пока пробовал за мозги взять, пока кумекал, что ж это я такой невнушаемый? Я уж поближе подошел и полобой моему в башку-то и ввалил. И живучий же гад попался. Только я решетку отбросил, он мне по мозгам как даст. Да только я его прикладом сразу утихомирил. Я тут вспомнил вот. В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит его. Пап, покажи сталкеров. Пап, ну покажи сталкеров. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха. Какие тут нафиг кровососы? Ну привет. Что скажешь, брат? Thank you.
Ну вы как дети прямо. Опять дырка. В общем, вы... Ну рассказывай, я весь внимание. Эх, не тот уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать? Попутного ветра. Слушаю тебя. Привет, брат. Чего заскучали, мужики? Слушаю тебя. Здоров. Другие, то ли нас от зоны, то ли зона от нас охраняет. Ну привет.
тут слышны големы! Эй, кто-нибудь! Слушаю тебя. Привет, брат. В общем, выкладывай. Я вам все расскажу, растолкую. Как был недавно на Затоне, там всех эти соски доставали. Брат-сталкер-бедолага хреначит их день и ночь. И сделать ничего не выходит. Результата ноль. Решил я, в общем, ребятам помочь. Взял дробовик и давай напрямую в самое логово. До кровососов в гости. И 3 дня им такую вечеруху закатывал. Ой-я! Бывало, с 2-3 сразу зажигать приходилось. Ну и короче, после моих дискотек кровососов на Затоне не прет. Они теперь свои щупала-то подобрали.
Слушаю тебя. Привет, брат! Подходи, брат! Не заглядывай, тут весело бывает. Слушаю тебя.
вернешься. Не за хвост. В общем, выкладывай. Я артефактом на днях намутил. Это нечто. Реально говорю. Ну вы про карьер что не знаете? Так вот, там ништяков больше не осталось. После Флинта в аномалии искать нечего. Это каждый бывалый знает. А если кто думает, что Флинт лапшу двигает, так пусть к любому на базе подкатит и спросит, кто такой есть Флинт. Охотнички одни как-то встретили. И давай сразу. Флинт, помоги. Ой, да без тебя ж никак. Хотели, понимаешь, химеру завалить. Но пришлось показать высоту полета. Я, как всегда, прямиком в логово. Одного только возле входа поставил. Пасти, когда химера вернется, мне сигнал дать. А он под утро заснул. И химеру провтыкал. Только ее жопу увидел, сразу сдрыснул. Пришлось самому отбиваться. Ну и отбился, как видите. Ха.
неплохо. Покедова! Как дела, охотники? Здравствуй, Стас.